Это я небо взяла фиолетовый и бирюзовый. Губкой, чтобы быстро, чтобы не ковыряться. Раз, два, три, четыре. Лево и вправо. Вдох, выдох. Опять же, чтобы быстро на этюде получилось. Не боимся использовать сподручные материалы. Такие, как губка, пальчики. И так далее. Вот края я сделала более воздушные, чтобы понять, какой цвет мы видим на дальнем плане. Смотрим на точку впереди, например, на желтую листву, понимаем, что там совсем не зеленая, а что-то всякое разное. Вот и розовенький туда можно мелькнуть. Это уже сухие веточки. Губка поворачивается, играет. Немножечко кустиков вот вниз. Вот этот кустик. Не пытайтесь это повторить. Это опасно для вашего досуга. Ведь если вам это понравится, то вам некогда будет сидеть перед телевизором или экраном монитора. Инструменты используем разные. И мастихины. И кисточки, и, как вы видите, даже губку для мытья посуды используем не по назначению. Не моем посуду, а пачкаем ей холстик. Продолжаем влево наклониться, выпрямиться вправо, выпрямиться. Раз, два, три, четыре. Выдох, вдох, выдох, вдох. Раз, два, три, четыре. Влево, вправо, влево и вправо. Довольно.